Ютубу, и я туда же. Ностальгия прет. Ютуб смотрю, ловят. Канал телевизионный смотрю, ловят. А я статус им не подходит. А я женщина достаточно красивая. А главное, внучь, главное-то, у меня-то тоже документ рыболовный имеется. А как же? На первой парте сидела, получила диплом с красной медалью. Так что я женщина грамотная. Да и подготовка у меня, дети-то, внуки, внуки, ой, они ж рыбку-то любят. И посмотри, они бабушки-то какие штуки-то подарили. О, а размер мой, угадали. Так что, гномыч, я профессионал. Обидно, люди рыбу ловят, а я, ты посмотри, утки, а шеф-то шеф, ух, шеф, сейчас я его, нет, не хочет, червяк ему, видно, не нравится. Я, гномыч, я сейчас к людям обращусь. К блогерам, к ютуберам, дорогие, здравствуйте все. Но я же тоже рыбачка, но я же тоже хочу рыбу ловить. Я ко всем обращаюсь, даже на Первый канал, на телевидение. Но возьмите меня на рыбалку, ну пожалуйста. Ой, сижу, гномыч, у разбитого корыта. Ловлю, ну ты посмотри, что я ловлю. Но уточки-то красивые, такие сочные. Смотри, какие. Одна красивее другой. Но мне-то, гномыч, но мне-то не такого улова хочется. Я тебе, милый, покажу сейчас. Вот каких рыб бабушка должна ловить. Ты посмотри, какие красавицы, ой, слюнки бегут, а ушиться-то на свежем воздухе. Ой, гномыч, я тебя угощу. Но люди добрые меня услышали, они мне помогут. Ютуберы, блогеры, обращаюсь ко всем. Заходите на наш канал, поддержите бабушку. Ну, если вам понравилось, палец кверху, я так люблю. Но не понравилось, ну палец вниз, ну ничего, я переживу. Ставьте нам лайки, колокольчик звенит, ой, дин-дин-дин, колокольчик звенит. Всем удачной рыбалки, мои хорошие, всем здоровья, ушицы всем хорошие. Ну и, конечно, хорошего отдыха. Пока, мои дорогие.